Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать об изоляторе молнии. Что такое изолятор молнии? Изолятор молнии сейчас находится под моими ногами, только она находится в глубине 200 метров. Потому что во времена потопа здесь, в Якутии, образовался огромный пласт вечной мерзлоты из глины и льда. То есть подо мной примерно 160-200 метров находится каменный уголь. И когда вся эта земля растает и поднимется на поверхности земли каменный уголь, то она будет способна изолировать энергию молнии. И когда падает молния, ну, с неба, с облаков во время дождя, молния будет распространяться по поверхности каменного угля. И когда энергия будет распространяться, потому что она не войдет под землю, а будет распространяться по всей поверхности земли, над поверхностью каменного угля, она будет распространяться через древесные угли, потому что во время пожара вот деревья сгорают и появляются как бы проводники из активированного угля, от древесного угля, в котором будет проходить энергия. Энергия проходит, замыкает древесные угли, создает водород, и этот водород как бы полностью насыщает все деревья, растения, человека. Таким образом, растения растут быстрее, человек омолаживается, также животные. Когда идет дождь, холодно, у человека образуется много гормона дегидротестостерона, и при этом иммунитет как бы отключается, и в это время люди и животные начинают спариваться, ну, чтобы рождать детей. А также из-за холода они будут сохранять в своих жирах этот водород, который выходит от каменного угля. Каменного угля. А сама атмосфера будет теплой, потому что из-за того, что энергия молнии будет выходить от всех иголок, от хвойных деревьев, от растений, вот из-за того, что энергия молнии будет вылетать от этих стрел, от этих стрел, огненных стрел, потому что ночью все будет светиться, потому что энергия молнии будет выходить от всех растений. Воздух является минусовым, энергия молнии плюсовым, потому что энергия молнии распространяется и выходит от всех иголок. И начинает создавать озон, но притягивает отрицательные электроны к себе в корни. А от корней она начинает притягивать плюсовые катионы водорода. Ну, таким образом все растения и животные насыщаются водородом. Вот волосы человека тоже притягивает много водорода. Допустим, чтобы создать внутри человека гормон дегидротестостерон, нужен много тестостерона. Поэтому человек должен ходить всегда в тепле, а когда холодно, у него образуется много дегидротестостерона. И в образовании дегидротестостерона нужен именно этот водород. Сейчас все люди ходят в тонких штанах, в холоде и без изолятора, и без энергии, и без водорода. Поэтому люди как бы тратят свой драгоценный водород, поэтому они стареют и умирают. Поэтому лучше вам одеть теплые
теплые штаны, теплые трусы, теплые носки, чтобы у вас было много мужского гормона, тестостерона. А иначе вся она будет тратиться с образованием гормона дигидротестостерона и увеличивать желание вашей плоти. И чтобы защититься от желаний плоти, вам нужно всегда держать ноги в тепле и яичники тоже в тепле. Вот. То есть мы сейчас живем не в правильной планете, а весь изолятор молнии находится, как вы видите, в этом в консервированном состоянии под землей. И теперь вы можете, используя эту информацию об изоляторе молнии, можете сами как бы изучать растения, животные, почему они так выглядят, а именно все животные имеют иголки, вот, например, лиса. Конечно, это не лиса, это искусственный мех, специально для микрофона. Ну вот, то есть все животные имеют иголки, человек имеет иголки, растения имеют иголки, даже обыкновенный мох тоже имеет иголки. А еще вот грибы, они имеют шляпу, чтобы сохранять водород. А еще этот мох тоже имеет шляпу, чтобы сохранять водород, который поднимается наверх. То есть мы получаем от всего этого много озонового слоя, то есть много кислорода и много топлива. То есть водород, который создается, она будет сохраняться на небе. То есть в будущем наступает как бы после глобального потепления наступает на Земле как бы райские условия. Так? Поэтому царство Бога не наступит видимым для вас образом. Так? То есть, если вы хотите уже сейчас не стареть, не болеть, одевайтесь тепло. А инженеры, ученые скоро поймут мои слова, догадаются технологий Иеговы и будут создавать образ, ну как бы, имитации изолятора молнии, чтобы выращивать растения, чтобы омолаживать человека. Потому что эти технологии очень просты и очень ясны для, ну как бы, для обычного человека. Ну вот, смотрите, все растения, вот все хвойные деревья имеют иголки. Ну вот. Почему хвойные деревья имеют иголки? Чтобы создать озон. А также листья, любые листья. Даже вот, вот маленький листочек, вот этот, маленький листочек ягод, вот они тоже созданы именно специально, чтобы создать озон, озоновый слой. А круглые растения, они круглые, потому что когда энергия молнии падает, они как конденсатор сохраняют энергию. Во время сохранения энергии от них выходит минус. И поэтому она тянет много водорода. А когда Земля разряжается, потому что энергия выходит от этих стрел, энергия исчезает, как бы, потому что разряжается. И во время разрядки эти круглые конденсаторы, то есть ягоды, фрукты, растения, арбузы, они как бы дают энергию, плюсовую энергию молнии.
И эта энергия плюсовая собирает на этот раз анионы, то есть минусовые молекулы гидрокарбоната. Гидрокарбонат создается от замыкания древесных углей, то есть во время создания водорода от активированного угля еще создается много аниона гидрокарбоната. Гидрокарбонат как бы защищает человека от тяжелых металлов. Ну, если на земле лежит какой-нибудь гвоздик, и этот гвоздь, ну, как бы растворился в земле, и земля наполнилась, ну, как бы тяжелыми металлами, да? И этот бикарбонат, анион бикарбонат, она как бы схватывает все эти железки и превращается в карбонаты, ну, то есть обыкновенную почву. А молния, она падает, потому что углекислый газ соединяется с водой и превращается тоже в карбонаты, ну, то есть в почву. И остаточная энергия превращается как бы в молнию. И поэтому молния падает сверху. Ну, как плюсовые, как позитронная энергия падает на Землю. Если нету изолятора молнии, молния как бы падает, но обратно поднимает все электроны из Земли. Поэтому мы видим как бы страшное замыкание. А если не будет этого, не будет, ну, если будет этот каменный уголь, изолятор молнии, то энергия молнии не будет падать так сильно. Ну, так, чтобы разламывать деревья, там, убивать человека. Она будет просто падать, и как бы энергия будет распространяться по поверхности земли. Вот чтобы, например, кони, лошади, там, коровы, быки не умерли, они все имеют копыта. Копыта – это изолятор как бы электрического напряжения, чтобы между древесными углями там образуется, ну, много напряжения там с большой мощностью, большим ампером. И чтобы они не умерли, у них есть копыта. А человек должен снять обувь, потому что вся эта земля будет святой землей. Ну, как Моисей, когда увидел, как горит куст, куст горел, но не сгорал. Вот как эта энергия выходила. И эта энергия как бы похожа на огонь, ну, на свечение в ночи. И тогда Бог повелел ему снять, ну, обувь, потому что это святая земля, то есть отделенная земля, то есть с определенной селью. Именно через эти ноги как бы проникает в человека много водорода, и человек как бы омолаживается. Поэтому Моисей тоже омолодился, и он жил дольше всех людей в Израиле, потому что он в это время как бы омолаживался. А омоложение происходит не от того, что входит много водорода и образуются гормоны там всякие, а человек омолаживается за счет того, что кровь индуцируется до стволовой клетки. Не только у человека, но и у животных. Поэтому животные раньше тоже жили очень-очень долго. Например, все слоны жили очень долго, поэтому у них выросли большие бивни, которых мы называем сейчас мамонты. И, например, тигры, они тоже жили очень долго, поэтому у них клыки выросли. Ну, как бы, и они стали для нас саблезубыми тиграми. Ну, например, вот
маленькие ящери, они тоже жили очень долго, тысячелетиями, и они тоже выросли до огромных размеров, и мы их называем как бы динозаврами. На самом деле динозавров нет, это обыкновенные ящерицы, которые выросли до огромных размеров. То есть вся планета, все, что вы видите, она создана именно для каменного угля. И каменный уголь создан именно для этого. То есть, используя эту технологию, изолятор молнии, человечество может создать новые планеты. Например, Сатурн, планета Сатурн. Там есть спутник Титан, и этот спутник полностью покрыт нефтью. И с помощью этой нефти можно создать, например, изолятор молнии. Изолятор молнии. Почему именно каменный уголь изолирует молнию? Потому что она содержит метан. Метан — это высокое давление. А молния, она распространяется через низкое давление, то есть созданием вакуума, то есть через вакуум энергия идет. Вот, через созданием вакуума как бы молния распространяется. А если есть высокое давление, она как бы не проходит. Если атмосфера будет создана и давление поднимется, то энергия молнии уже падать не сможет. И как бы в будущем, когда-нибудь, через тысячи лет, все мои слова и все ваши знания именно о том, что вот энергия молнии выходит от этих стрел и начинает светиться. Все эти знания как бы станут бесполезными, потому что такого эффекта уже не будет. Потому что это свечение будет происходить только тогда, когда нету давления, а именно в это время, ну, когда нету атмосферы. Поэтому я желаю вам хорошо узнать истину о каменном угле. А также я предлагаю вам смотреть мои другие видео, например, видео о крови, видео о тестостероне, о других видео про каменный уголь, а также я предлагаю вам смотреть обязательно видео про имя Иешуа Машиаха. То есть имя Иешуа Машиаха — это истинное имя, а Иисус Христос — это означает, ну, как бы, совсем другое. Поэтому я предлагаю найти это видео в моем канале и обязательно посмотреть. Спасибо за внимание. Изучайте изолятор молнии, каменный уголь. Спасибо за внимание.